Пойдите. Вот, господин президент, бал у принцессы Грейс, естественно, весь свет. Публика это любит. И вот интервью с Клодом Франсуа, как раз к его выступлению в Олимпии. А вот и новый клуб нудистов, господин президент, он недавно, открыт недавно вблизи Парижа. Это развлечет читателей. Оставьте меня. Я это сам посмотрю. Да, господин президент. Блинак. Господин президент. А вас самого развлекает эта витрина с мясом? Ну, нудизм все больше входит в моду, господин президент. Этот клуб один из самых изысканных. Строгого вкуса, интерьер, клиентура из самых верхов. Раздевайтесь. Пардон? Раздевайтесь. Обойдете редакцию голым. Увидим, развлечет ли это сотрудников. Господин президент, я... Говорю вам, раздевайтесь. Что это с вами, Блинак? Что вы делаете? Раздеваюсь. Господин президент. Вы, стало быть, способны остаться совсем голым? И в таком виде обойти редакцию? Но ведь вы мне велели, господин президент. Так кто же из нас хуже, Блинак? Кто чудовище? Я, приказавший скинуть вам брюки, или вы, готовый оголить свой зад? Не знаю, господин президент. Вот в этом-то и сложность.